Красноярск, 22 декабря. Самая высокая елка России. Пока не запущена. Вокруг он там делают. Доделывают ледяные скульптуры. Тут вот елка сделана. Здесь вот такой уже с Новым годом надпись почти доделана. И вот там красивые ворота на фоне гостиницы «Хотел Красноярск». Будем надеяться, включат ее в 6 часов. Вот у вас вот там. Со скульптурами. Как-то все темно. Освещение нет хорошо. Фонтан бежит у нас вниз. Елки. Государственный театр оперы и балета. Это главный солист этого театра. Так, это у нас здесь тоже фонтаны красивые. Там с какой-то девушкой. Перчатка неудобно снимать. Девушка у нас там сидит. Такие у нас вот красивые, живые, цвета более насыщенные. Здесь у нас лошадки стоят. Снизу пони еще есть. Вот на той стороне тоже красивые березки оформлены. Сходим туда, подойдем чуть ближе. Посмотрим.